Добрый день. Долгожданный анбоксинг. Очень долго не приходили посылки. Почта России на праздник работала очень нестабильно. Одна головоломка. Это, по всей видимости, Megaminx. Вторая версия бюджетного Megaminx от фирмы Yuxin. Коробочка. Ну, такая же, как от первой версии. Единственное, добавили V2. Little Magic. Комплектация все та же. Микроинструкция. На которой мало что понятно. Но более интересен сам Megaminx. Я приготовил первую версию, чтобы сравнить. Размер вроде бы такой же, хотя кажется он чуть меньше. Ну, вроде бы такой же, если только чуть-чуть меньше. Цветовая схема. Цветовая схема все та же. Угу. Ну, более интересно здесь будет кручение. Тихий достаточно. Если мы покрутим первую версию, здесь будет слышен более громкий звук. Да, более шумный. Этот Megaminx стал значительно тише. В первой версии мне не нравилось то, что здесь вот на элементах видны всякие изъяны. Следы как вот отливали, видимо, детали. Осталось ли это на второй версии? Ну, они как бы есть, но уже не столь значительно. То есть здесь чувствовалось, как он за них цепляется. Ну, со временем они, естественно, стирались. Здесь вроде бы этот изъян старались как-то устранить. Обильно смазан, мне кажется, сильнее затянут. Да, сильнее затянут. Давайте перемешаем, сделаем тестовую сборку, чтобы понять. Yuxin выпустил достаточно приличную бюджетную головоломку для декайдера Megaminx. Немного уступает бюджетному Megaminx от Mafanga. Вторая версия, видимо, должна быть чуть получше. Посмотрим. Давайте попробуем собрать. Цвета достаточно яркие. Неплохо вращается. Совершенно неплохо. В предыдущей версии были присущи некие локапы. Если из коробки рассматривать состояние, здесь пока вроде бы элементы представляются вполне удобно. Да, вращение стало значительно лучше. Цветовая схема здесь достаточно удачная, в отличие от Megaminx компании Moyo бюджетных, того же Yuhu, имеется в виду в цветном пластике. Версии со стикерами компании Moyo не очень удачные, как в принципе и сами Megaminx. Есть любители Megaminx от Moyo. Я не из их числа. То есть форма с такими вот бортиками мне нравится гораздо больше.
А это у нас как раз Megaminci Cuxino, Option Show и Atmofan, естественно. X-Men и бюджетный Megaminci Чечен. Ну, конечно, с Мафангом сравнивать его не стоит. Не видно с X-Men'ом. Но вполне себе приятный Megaminci. То есть прямой конкурент Чченгу. Да, вполне себе неплохой. Даже достаточно непростые алгоритмы здесь делаются вполне себе удобно. Несмотря на его бюджетную цену, вполне качественный Megaminci. И если рассматривать именно бюджетный сегмент, то вполне кандидат. Естественно, на нем покручу больше сборок, составлю какое-то более осознанное мнение. Это лишь первые впечатления на анбоксингах. Но вполне удачная модель. Рекомендую. Ну, соответственно, первая версия немножко теряет свою актуальность. То есть, если выбирать из двух, то пока мое мнение склоняется к второй версии. Всем спасибо, всем пока.